Приветствую вас. Вы обратились в раздел психологии. Соответственно, отвечать я вам буду именно с этой позиции, позиции психологии именно. Ну, потому что в этом разделе, в этом, в этой части консультируют только психологи, вот. Значит, смотрите, я увидел вас, ну, увидел вашу фотографию, значит, что я могу сказать? Я вижу на фотографии не очень уверенного в себе человека, если на то пошло, к сожалению. Вот. Я вижу не очень уверенного в себе человека, который, по-видимому, сомневается в том, что у него все получится, и, в общем-то, сомневается в себе, в первую очередь. Неуверенность в самом себе, неуверенность в самом себе, в самой себе, это следствие определенных установок. Это следствие определенного опыта, который вы получили в детстве от своих родителей. Неуверенность в себе – это сомнение в том, что то, что у вас есть, имеет, либо не имеет места быть. Помимо этого, неуверенность в себе – это отсутствие возможности делать то, что для вас значимо, то, что для вас важно, и получать обратную связь. Грубо говоря, чтобы быть значимой, чтобы быть значимой, нужно не только делать то, что для вас ну, имеет значение, то-то вам интересно, то-то вам нравится, то, что вы считаете для себя нужным и так далее. Но еще при этом еще получать обратную связь, то есть видеть результат от того, что вы хотите сделать. Видеть результат от того, что вам хочется. Видеть результат от вашей деятельности, видеть результат от того, что необходимо для вас. Понимаете? Вот это, я полагаю, и является самым главным. Теперь дальше. Соответственно, если у вас все это будет, то и ребенка вы сможете довести. Вопрос в другом. Зачем? Почему вас интересует этот вопрос? Ну, то есть, одно дело, если у вас есть какие-то медицинские противопоказания к тому, чтобы иметь ребенка, это да. А это, в общем и целом, проблема. И другое дело, если у вас, если вы, ну, например, допустим, просто хотите ребенка, но не можете его, допустим, заиметь. То есть вот в этом случае
нужно обязательно определить, для чего мне ребенок, зачем он мне. Это принципиально важный момент. Если вы хотите решить эту проблему, потому что ребенок не может быть самой целью, ребенок не может быть объектом ваших желаний, вот. Ага. Ребенок может быть только лишь следствием ваших действий. Ну, например, отношений с мужчиной, допустим. Другое дело, если вы не можете их построить, это уже немножко другой вопрос. Но, тем не менее, такая вот история. Такая ситуация. На этом все. А если вы ошиблись и хотите задать свой вопрос в раздел эзотерики, то вам стоит обратиться именно туда, в раздел эзотерики, там вам помогут. Если у вас остались вопросы ко мне, по моему ответу, буду благодарен вам, если обратитесь, буду рад помочь. Ну и если понравился мой ответ, буду признателен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.